балерина пришла. Ну-ка, иди сюда. Ах ты, злодейка какая, а! Тебе так неудобно. А нет, говорит, нормально. Я все уходил. Я уходил уже, оглянулся, а тут пять белок сидит. Как они набежали, я не понял. У меня вон там сидит белка. Злодейская совершенно. Пришлось орехи доставать из рюкзака. Балерина. Злодейка какая. У меня там белка сидит. Это я уходил уже. Просто все, ушел, оглянулся. И где-то еще убежали сейчас. Вот балерина злодейка какая. Тут просто кормушки срезали пластиковые. Я куда мог разложил. Я обычно сюда не кладу, когда ухожу. Пришлось положить сюда еще. Здесь белочка сидела. Срезали кормушки, да, опять срезали. Причем я прошелся, у меня везде срезали. Везде, где у меня висели пластиковые кормушки, везде их срезали. Злодеи какие. Балерина, тебе веса не хватает, слышишь? Балерина у нас кормящая мамаша, она недавно родила, да, вижу. Совсем маленькие бельчата у ней. Сейчас. Надо ее покормить, конечно же. Она вчера прибегала. Прибегала буквально там, не знаю, на 2 минуты перекусила и убежала. Какой у нее хвост шикарный. Балерина, у тебя хвост какой шикарный. Я с самого начала не снимал, как белки тут. Пять белок бегало. Потому что у меня фотоаппарат лежал в рюкзаке. Но вот, когда балерина пришла, я думаю, надо снять это. Балерина редко приходит. Сижу, говорит, ем. А голубь неравнодушен к орехам чужим. Золотце. Вот одновременно прибежали 5 белок. А кормушка сейчас одна у меня. Да, балерина? Одна кормушка, да, в самом деле. Вон там 2 белки сейчас бегают. Вон она бегает, голодная. А кормушек-то нету? Нету, говорит, кормушек, да, что делать-то? И там, подожди-ка, балерина. Кончились, тут кончились орешки, солнце. Давай, я положу тебе. Орешки надо положить. Да, я положу, солнце. Балерина, куда пошла? Ну куда ты пошла? Иди сюда. Балерина, иди сюда. Балерина, злодейка. Балерина, ну и куда ты убежала? Я ж тебе не накормил еще. Солнце. Может, тебе орешков дать? Подожди-ка. Давай я тебе орешек дам вот этот. Возьму, говорит, о чем, говорит. Я тут морковку раскидал везде. Побежал. Да, и в прошлый раз, вот вчера то же самое. А, прикопать орешек, да. Прикопала, говорит, я. Опять не накормил я ее. Какие-то злодеи кормушки срезают. Балерина, иди сюда. Не, говорит, не пойду. У меня, говорит, бельчата маленькие. Семеро по лавкам. Побежала. Рыжая все-таки села. Попрогнали белку, где голуби. Опасно, да.
Они сейчас толпой ее отожмут от орехов подальше. Злодейка, три белки сейчас. Жалко, а могло быть четыре, если балерина сейчас не убежала бы. Вот куда она побежала? Балерина. Вот это, по-моему, самый наглый голубь. Вот этот. Я, говорит, самый наглый. Три штуки, вот зачем они здесь? Это рыжая. Рыжая ест. И там сидит, ест. Я не дам голубям прогнать. Вот эта дикая белка, она сидит. Ягода дикая. По-моему, она беременна. Она уже была, по-моему, здесь. На баночке сидела беременная. Злодейка какая. Голубь собирается белку прогнать. Это что такое вообще? Ну вот эта рыжая, она вроде как берет с рук, но что-то это надо постараться ей дать. Она какая-то пугливая очень. Я, говорит, пугливая, говорит, очень. Потому что рыжая. Ну да. Мне вот это больше интересует. Ты что за белка такая? Это голубь прилетел, еще один. Тот не хватало. Мало голубей было, да. Она или просто неудачно линяет. Потому что у нее голова вроде как полиняла, а туловища нет. И получилось, что она какая-то толстая вся сидит. Или же она беременная, в самом деле. Дикая белка. И не укусила, понюхала и побежала. И говорит, все, говорит, побежала. Морковка не нужна ей. Но она довольно долго здесь сидела, много съела. Я думаю, она сытая убежала. Побежала, говорит, я побежала. Злодейка какая. Вон той, которая на рюкзаке, у нее орешки, по-моему, кончились. Да? Рыжая. Рыжая. Солнце. Ну так, конечно, лучше есть. Ну да, когда голодный, можно и с ладошки поесть, конечно же. А там голубь наглый, который самый наглый, он... Вот они клюют друг друга, да. Три штуки дерутся.
пока двое дерутся, третьего согнали тоже. Ну да. Что-то я такого первый раз такое вижу. Подхоз свой клюнул. Так же нельзя, это не по правилам. Ты чего творишь-то? Подхоз клевать нельзя. Соц. На тебе. Ну все. Эта белочка убежала, там орешки кончились. Не положила я сейчас. Что-то голуби меня отвлекли. Первый раз такой вижу. А эта белочка сидит, ест. Молодец какая. Все.